Так, Тогда давайте уже нахер подходите. никому они не будут нужны. Да, нужны будет 100%. На твингов надо будет. Ты это танчишь дальше, Лимон, да, пока? Да, я в танк спец. Я не хочу брать ответственность, у меня уже очень поздно. Дружите, хварю фул брюльных, да хуя, чё вы так, блядь? Танка. 9-12 брюлей, нахуй, ёбаный, бро. У кого? У Вара вон линканули, нахуй. Чмак, Лимон, подходи, сейчас Лимон подходит, начинаем трэш чистить. Но это потом, Лимон, не в этот раз. Сейчас мы делаем мастер. Знаешь, что сделаю, блядь? Я просто линкую, что они у меня есть, вот и все. Мастер, знаешь, что сделаешь? Не-не-не, курнём перед линкой, ребят. Открываешь рейтинг арены, берешь, открываешь первого вара и считаешь там брюлей. Если найдешь свободное место, то медальку себе купишь. А за первое место сколько рублей дают? 50к. К? Да, 50 тысяч рублей первое место. И сколько бонусов? Ноль. 50 тысяч рублей, может, достаточно? Не, блядь. Череп играем, череп по охотницам херачим. Это не арена, я на БГ. Ну, на БГ, в принципе. На БГ 100. Тоже 50к. А хил рейден. Бой ночью. Не лежим, встаем. Пока этот трэш бьемся, вы зайдете. Когда уже сарится третий трэш, то нет. Отход. Не, наверное, следующий. Блять, как надо задрогать? Ой, там не получилось. Так, давайте по одной стороне агрите, ребят, пожалуйста. Не надо сразу всю пачку трэша. Полностью на ПВЕ надо забить хуй нахуй, чтобы на БГ так капать. Ну. По охотницам играем, приоритет охотницы. РДД по повелительнице льда. Справа моб, который стоял ближний. Все по повелительнице льда, по черепу играем, оперативнее. Забежала. А по охотницам. Не лежим, стоим, бежим. Пока следующий трэш не сарли, умеете шанс еще зайти вниз. Не то, что вы не зайдете, вы не зайдут. Не зайдут, если сагрим следующий этаж. Если упадут. Да ну. На трэш это не работает. На трэш работает это. Ну вот что-то уже починили, но последний раз такое было. И всегда такое. Пиздец. 104 крутанул. Охуеть, ни одного, бля. Ха-ха-ха. Это мастер, блядь, на карте. Я тебе говорил просто, блядь. Да, это я не говорил, ты каркал, блядь. С губном ходил там нахуй. Не упади, медвея, нахуй, блин, не упади, блядь. Тогда бы точно упал, обычно работает наоборот. А нихуя, у него, блядь, как у Ванги, ебаного, нахуй. Баба Юры, блядь. Да, баба Зина, как там, нахуй. Да, баба Зина. В магазине, да? А за этот ивент, который к Синдре дают эти? Дают. 25 репу не дают? Нет. 25-ки же давали. Нет. С нее дают, с этой бабы. С этих нет. Он за Синдру спрашивает. За Синдру с мелкими. Как дальше? Кончиков хочешь сказать, дают? По охотницам играем? Да, за дракончиков сыпет там пиздец. Все по охотницам играем. Блять, ну... Я даже в таргет взять не уйду. Рался. Куда я тебя подошел? Играйте справа, по-моему. А кто летает? Тело не
Ура! Я полежу. Дико. Ну а нахуя вы свели-то их? Алло, развели, блядь. Полководцев нахуй, всех троих что ли свели? Там же двое. Да один хуй, они шотают, блядь, по половине ХХП. Их лимон затаунчил всех. Да я забрал ястреба, они втроем побежали. Ты помнишь, от чего я сдох? Ты забрал всех мобов. Горожане, обычка. Я тройным забрал, а прибежали трое. Вместо ястреба. Забирай последнего полководца. Ты помнишь, что это? Хук какой-то вроде. Хук, левый хук какой-то был. Левый хук, да. Прикинь. И мощный хук вроде был. И хук слева чё-то. Медведи, прикинь какой-то. А я в Ведьмаке с медведем. Рукопашка. Видос даже где-то есть. Двесить, если возможно. Сейчас прибудет ее подкрепление. Нужно с ней быстро покончить. Мастер, рез достал. Там что, бой идет за эти немного? Да. Будь до капитана. Капитана заберешь, играем по сестре, быстрее. А, тебе давали масс-рез. А щит земли спадает, если я в портал вхожу? Не знаю, вроде должно, если чисто все спадает, то я это просто... А кто шмоточки на дизенчант забирает? В этом кому-то отдавали. Я отойду, окей, он все равно лежит. Типа бесполезно. Нет. Гурыч, давай. Поперекурчик будет перед этой, перед Синдрой. Надо посмотреть. Я ж тут бесполезный. Да, что они бесполезные? Все полезные вроде. Покидай станы. Ой, что ты хочешь? А. Давайте, подбегайте, рыбу кушаем. Я так посчитал математически и понял то, что Солейс больше МП передает. Ты что, за нее ГП получил? Да. 42. Ты нахуй ему ГП? Нахуй вы эту дринку вообще берете? Она бесполезная. Да, для МП брал. Потому что у меня с маной проблемы. Так я тебе 40 ГП дал. 42, по-моему. Сейчас снимем. Да, 42. Это что, мастер, твой кореш? Не. А чё ты так думаешь? Ну, знаешь челика? Нет. Ты думаешь, он крутой, да? Пускай что ты, блядь, делает, нахуй. Шерп, был бы мой кореш. Как думаешь, ты такой же крутой, как мастер? Нет, думаю, не дотягиваю. Ну ты можешь, блядь, стать таким же крутым, да? Ну вполне. Годиков 35. Каску, кулак, бафнуть. За 6 месяцев станешь? Мне не нравится. Я типа шмотку отдал обратно. Мне вернули ГП. Все же нормально. О, баф, дали.
А чешка последний раз складывала, блядь, этому на. Лу, да? Как на готовность? Мне. А, да, вот. Шейпер. Недавно все. Бабл тут? Какая падала. Рибахнул. Так, все здесь. Лимон справа, Алиса слева. Чет на пол. Чужаки ворвались во внутренние подвалы. Ну, успел переодеть, заебись. Подавители. Приоритет все свой знают, надеюсь. Нах, справа. Подавители доигрываем. Подавители слева живы, блять. Разгром. Давай. Справа. Или... Приоритет для милишников. Подавители, разгром, маги, пуджи. Для РДД. Разгром, маги, кособоки, пуджи. Под пуджи оба класса милишники и РДД вешают эти... АОЕшки раздаем. Портал у нас прыгает на Уэслип и зеленый бабл. Не знаю, там по часовой, против часовой, определяйте сами. Готовимся, подавители. Подавители. Ребят, слева очень мало народу. Что предлагаешь? Помочь. Пламя справа. Разгром справа. Готовимся к подавителям. Подавителям. Кресты не забываем танков диспелить. Ух ты! То есть вы можете шапкать разгром, и он не будет его кастовать. Я эфиром фигарю, так что не хочу. Готовимся к подавителям. По подавителям. Быстрее по подавителям сыграли. Разгром слева. Под пуджао я. Кресты из танков, диспельте болезнь, иначе их прошивают очень сильно. Подавители.
разгром справа. По разгрому играем РДД. Толстый Натан на хила пошел, забирай Дэк Дымыч. Опять идет. Таунтим срывается. Ну, бля, леса зеленого бабла. Зеленый да. Бабл, отходи дальше. Лимон, отводи дальше толстяков, не тынчи их там. Вальки, они там хилисты. Бабл, вставай. Бабл, вставай. Угу, ясно. Вставай. Шейп хили сжало. У меня 60 стака, я сейчас Агера захилю. Он встать не может, но что встал и сдох. Слева разгром у подавителя. По подавителям играем. Дали возложение все по подавителям. Быстрее все по подавителям. Гимн дать на хоп? Давай, гимн. Подавителей залили. Не прослакать так. Заходи в портал. А есть на ману гимн? Даю уже. Да, давай. Спасибо. Разгром подавителя. Слева, подавить. По подавителям. Приоритет подавителя. Ебать, шаму убили. Встать можешь? Вставай. Сколько просто хилите, там, кто умеет хилить, все. Хилы. Захилите. Хиляйте, Ваня. Захиливай, 1,8%. Лимон. Так дэмэдж хильте вы, 25% жизни. 0,9%. Очень плохо. А чё вторые присты гимн на хп не читают? От хил увеличивают. На ману читайте, читайте на ману. Все присты у кого есть. Чё вы без маны-то стоите, хилы? Я не знаю, я один гимн дал и всё, больше никто гимн не давал. Так надо давать. У меня оба в КД, я оба отдал. Угу. О, работает квест. А, вот и группа лут. Отказались. Отказались все. Ты уверен? Не, я нажму нит на конце. Я сейчас занитила, потому что кто-то может распылить. Если я сказал нахуй отказались, значит отказались. Это было как в прошлый раз. Ну будем тренироваться, слушайте. Ну это я сплю уже. Ничего, нормально. Осколок был? Нет. О, квест, нихуя себе. Так, пояс у меня. Лестники, пожалуйста. Так, монарик, войду, и пояс войду. Войду тоже дали. А квест шарится? Ты можешь взять квест у него. Да, я просто уже спустился, но сейчас возьму. Поднимись. Да-да-да, поднимаюсь. Не кричите. Наручи ролим. Эрдру. Успеем. Короче, провтыкали чё-то. У тебя какие поспели? Ну, нахуй бесполезные, с учётом Эрдру. Но они апнут его. Ну да, лучше, чем 245. Сейчас. Так, пояс пока. Рольте. Куда пошли, блядь? Бабл назад. Блядь. Зашли внутрь. Кто выше там? Либо стоим тут, уже не перебегаем на другую сторону. А, танки агрит.
Ты что, ты их забирать не будешь? Не знаю, это я. Нет, нет, я не хочу. Я мобле. Так, вонзай. Вроде вонзай, да, получится? Или шарп? Шарпи выше. Шарпи огно. Шарпи и выше. Звезде шарп. Не бейте мобов, дайте танкам. А, тут пауки чаржатся. Угу. Он чаржится, спасибо. Блять, бабл, нахрен ты сейчас сбегал снизу. Ну ч, нормально. Давайте оперативник сейчас доливайте. Масс вес. Блять, я там для собачки, похуй. Там масть. Мастера ветеран. Курика масть. Да? Ну, да. Да. Давайте, блять, не успели. Стой, если нет обои, резайте. Масс весом. Танки пошли ловить. Какой-то 275. Ушли, шли от него. Отходите, от тех, кто крутится, отошли. Либо станы давайте крутим. Меточку на одного повесьте. Да ложитесь на. Да. Сколько осталось мугля на шапку? 15 минут осталось. Шац, покидай тело, лети на первый этаж наш. Ты за него фул ГБ получил? Да. Бля, следующий раз не рольте эти шмотки, последний рейд. Если не надо, блядь. Хорошо. Не, я просто... Вы свой битслист, что ли? Нет, она нужна была, просто я токен взял. Не думал, что выпадет. Чё, там бой у вас? Там пристав, потому что... Блядь. В смысле бой? Спасибо. Я... Нормально. Не могу потонуть. Мрборд брабль какой-то, короче, на нем трэш, он наверху. Мистер Дейбеттер, а чё ты налегко? Блять, ну, если нахуй ложитесь, то ложитесь все, ёбана в рот, блять. Нахуя вот... Лермон, выйди с инста. Я не знаю, там красные еще. Лимоном убив. Ну, бля, сейчас на нем. Работает? Выйди еще мобрив с инста. Хорошо, выхожу. Вышел с бля. Нет. Если не вышли, нахрен вышли все с инста. Давай, на срез. Нету боя. Извините, пожалуйста, за то, что я съебалась, у меня кость в горле застряла. Молодец, мы ты ладим. Ты что, сухое кофе ешь? А чё ты? Она сказала кость. Кому не убил. А, мне показалось кофе. Ты чё, руку глодала, что ли, блядь? Интересно. Зашли назад. Здесь... Ты курицу целиком, что ли, проглатываешь? Не кормят девочку, понимаете? Вот она и набросила. Там от кости отломился осколок, и она, блядь, у меня застряла. Для тьмы? Было больно. Так, давайте. Сколько до КВ осталось? Что, квест? Нет, не всегда. Хуй там, блядь, я не прыгну, я тебе не верю. Но. Давайте, добегайте оперативней, не теряем время.
Так, я в танка на всякий. Ты спекнулся, и я спекнулся уже. О, хоть чуть-чуть не пойдем, блин. ЖВ дадим, да? Где там Лис? Тут. На Лису долбил. Быстрее давайте. Дай долго сидим. Да сколько я пришел? 8. Я и думаю, что у меня так мало, блядь, хп, у меня силки, сука, в силу, блядь. Все тут турбой. Дикость. Мульти. Они спускаются. Рыба стоит, рыбу кушать. Надо помнить. Шарп. Все готово. Заходим. Заходим. РДД хилы, пробегайте на другую сторону. Танки ловим на центре. Не забываем те, которые здесь будут. Ловим, вводим в центр. Вводим. Ой-ой. Я с лимоном справа, а ты с Алисой слева. Боев трэш. А, забери боев трэш. Ну и ей. А, какой это боев? Вот это он? Да-да-да. Это похуй. Сотка что, лишняя, что ли? Блин. Чё ты, где там, слева, мастер? Справа я с тобой, алё. Mm-hmm. Блин, трасс такие классные. Ставь группу. По правому играем. Ой, справа помоги. А, я помню, я танчила с этими плечами. Сами прописываем, чтобы они не крутились. Агро. Слева играй. Оперативнее, у них танем. Следующий станом там. Даю. Видишь? Как я ушел? Там агро уже набитый нормально. Диминишн. Но рывок нет. Готовьтесь, твои. Пусть
Мастер, у тебя на компот нет? Давай. Я тебе сейчас дам этот... Как его? ДС-код? Как его? Как его? Возьмешь рецепт. Мне надо будет написано, что... Все-таки я не буду отдать солнце, собирать. Сюда. Давайте доливаем. Давайте, максимально сосредоточились. Ах, сейчас Синдру убиваем, блядь. Идем Лича убиваем, нахуй. Тёма, квест не делаем? Делаем. Делаем. Будем сидеть до последнего. А не сделаем квест. Вообще насрать. Кто делает? Мастер. Так, я в ДД тогда? В танке или чё? Нет. Нет, ты в танке. Ты просто ловить будешь? Да. Оставайтесь так же в танках, завоешь. Так, нормально. Иду собирать, стойте. Давай. Стан дадим. Сейчас вам не проебаться, ну. Ой, сука, кто ничего, она? Ничего. Да иди сюда. Чё вы? Блять, все пошли туда. Давай, нас бомжей, будет? Бомжей дали. Оба ДК дали бомжей. По кому попал? Лучше... Ага. Ой, сейчас опять. Да. Кто там, блядь, хилил и за мной бегал, ну, ёбаный? Да, похуй, нормально. Порезали народ. Порезали, порезали. Справа, он бьёт. Ну, все уже, можете после этих мобов спитаться. Блядь, толстан какой-то. Курика не спекнулся, да? Ну, у меня армс. Ты же спекнулся? Армс хотя бы, да. Да, не то, что там кошмотность будет здесь. Да, у меня их в связи есть, есть сотрудники. Забись. Ты 10 гер на выходных не хочешь собрать? Чё, какой-то есть випс? Кто? А? Я? Нет. А, 10 гер ссылка? Ну да. У меня пока времени нет, разве что воскресенье могу собрать. Ну, воскресенье. Да, ребят, не знаю. Возможно, может быть, соберу воскресенье. Смотрим, блядь. Завтра меня не будет. И воскресеньем днем тоже. Это, ребята, а чтобы, допустим, вот в 10 гер попасть, там only лича 10 нужно, или 20? И Золоман. Золоман и лич 10. А, еще Золоман, нихуя себе. Так. Че, может, геру дадим на питону? Давай, Веру. Нас звали когда-то дождь по если мы даже легкие его убивали. Ну такая же хуйня. Ему корни можно дать, чтобы милики могли бить. Уже не да. Уже починили. А корни так не работают у него? Ух ты. Нет. Блять, да? Кто из истерию на лимоны кинул, блять, Алиса на. Не знаю, я народную ночью Олега кинула истерию. Это на рандомного не надо. Гуски после мобов задержишь на хан. Лимон, как тебе истерия? Вообще не заметил. Агро. Истерия. Турбоиса тоже не увидели, блядь. Отводи к стенке. Она медленно подлетала ко мне. Такой смотрю. Истерия? Нет. Нет, это не истерия была, а был дракон. Ребят, зачем вы вторую пили? Зачем вы занимаетесь хуйней? Но на войде была. Да нет, я забрал ее зеленую бабу.
Я стаунтил, потом ты стаунтил. Потом она ко мне побежала. Зачем заниматься хуйней? Добились, убили спокойно. Нет, мы занимаемся хуйней. Грубо, придется тебе вставать. Долили, блять, и на этого нахуй. Идем хруста этого убивать, блять. Да там и не проедем. У нас сколько репы за лича дают? Я не знаю. Тысяч? А че не 10 тысяч? 1500 за лича, да не, меньше, ты че, ебанись. Мастер делает шред. В обычках будем делать квесты, будем делать, блять, будем сидеть долго, если, блять, будете купить нахуй. Квесты будем делать нахуй. Но я типа еще минут 40 максимум и спать. Мне в 3 вставать. Крепись, братан, нахуй. Я тебе соболезную, блядь. Мне тоже рано вставать, нахуй. Но буду сидеть до победы. Блядь. Ну, нужно сделать. Делаем, блядь. Потому что, нахуй, квесты должны быть сделаны. У нас уже, блядь, 3 человека сидят, блядь, с квестами льда, нахуй. Не на прошлом, когда не смогли сделать, блядь. Блять, даже сколько я не делал квест. Да. Соответственно, шейперу сколько делали? Он, блядь, делает лейзи. Да ладно, что мы сейчас сделаем, блядь. КД4, блядь. Там еще, блядь, после артенни будет разбор полетов. Зашли внутрь. Сейчас еще истерия, не дымычу будет, и все будет заебись. А че, разбор полетов, это пусть офицеры разбираются. Так. Внутрь зашли быстрее. Да, а нахуя его внутрь заходить, если здесь нормально стоит? Да, да. Булки ставлю, да, перекур да. Будет, медовый? Да, сейчас я перекур ставлю, ребят. После перекура сосредоточились, перекур будет 5 минут у вас. Булки сначала возьмите сзади, где да. Вход. Возьмите штрудели, потому что они понадобятся вам. Понабрали по 80 штук сразу. Гурский, зайди сразу на хантар, пожалуйста. Ща. Я тебе перекинул. Ну, можешь желательно, чтобы ты добежал. Ща я после перерыва зайду. Я, бля, что-то не могу найти. Чего? Где паладина, пидорас, на? Выбери свой путь, на. Выбираю, блядь, свой путь. Это выбираю. Где еще мой путь? Фу, блядь. Конечно, блядь. А что мне брать с этой, блядь? Если что. Я уже взял, там пишется все. А где этот, блядь, хуй паладинов, нахуй, который продает? А, он без репа, что ли, не продаст, или что? Да хуй его знает. Должен. Так-то. А че ты за квестик тут? Не знаю, святости может, скверны, но... Ну вот, как раз тебе на следующее место, чё. Есть. Ой, бля, 25 кусков саранита, да ну на. Могу тебе продать ОД. Сколько стоит ОД? Ну тебе по 0.3. За 1к? Да, 0.3, заебись, чё. Это 0... 300 голды? Да. А хуй ты сел-то тут, блядь? Бля, а где паладиновский этот петух, нахуй, шмотку купить? По-моему, справа. В центре, с правой колонны, короче. Иди ко мне, Гурс. Вот. Ой, блядь, ну и спрятался петушня, нахуй. Я ж не видел тебя под стол, ты чё? О, первая шмотка, это 10. Я уже на лича буду не, почти не вагонно. Заходи на хантаты. Ты
всей гильдии скидываемся тебе с дисконтом на эту, на грань? Давай. Ну я тебе говорю, я тебе по 0.3 готов. Да еще не сотря сока, у меня голды сока нету, ты че, блин? Ой, блядь. Пиздёж, ДС стоит меньше, чем 0, блядь. На тебе навариться хочет. ДС сейчас в среднем по рынку 1.2. 1.1 вон продают в ФГ. Значит, упал чуть. Вот, а сколько 1 ДС стоит? 3.600. Ну, 3.600 делим на 3. Сколько вы не поэтому смотрите, никто за ДС нахуй уда не сливает даже. Да, все на багровый рубин тратят. Либо на багровые рубины, либо на этот, на ледяные шары. Ледяные шары никогда не падают, у них одинаковая стабильная цена. Как по 25 торговались, так и А багровый рубин почему в цене не падает? 50-55. Потому что варов куча. Варов, рогов, энхов, все милишники. Красные это красные всегда. И даже РДДшники, и хилы, блядь, это красные камни мета. То не мета, а главное. Без разницы, какой. Ну, всегда красные камни. Не основные статы, блядь. СПД, сила, лох. Сколько ОД стоит ледяной шар? 50. Ледяной шар 50. А, и за сколько его можно продать? 25? За 25. С коэффициентом 50% считаю. А багровый рубин за 55, да? Ну он и стоит сотку, по-моему. Ну получается на 5 голды и больше. Ну да. Но их и продать тяжелее, как по мне. Кого? Багровые. Нет. О, блядь, а мне квест надо, покупаешь, подождите. Покупаешь багровые, делаешь через юву и все на вас. Бегай пока. Туда. А квест делать будем, да? Да. Сейчас бегаем. Может, мне багруха упадет сегодня, и все нахуй. Куплю все ДС, она. Я так понимаю, здесь вообще не надо этот квест там юзать. Это не точно. Это так же, как на циркуле. Не надо ничего делать. Вы уже сказали, что не замораживается метка. Метка на второй фазе не замораживается, на кто делает. Так. Поэтому с притяжкой будет, дефы берегите. Сейчас я. Подожди, я за квестом побежал. Давай, я пока сейчас оставлю. У меня на релоуд. Каким гурски, на вальку? Не, на синдружи. Мастер, ты квест делаешь? Да. Да. Мастер, не забывай, у Войд зоны, которая от тебя будет отходить, очень большой рейндж, и ни в кого тыкнуть нельзя. Просто в некоторых моментах неудобно. Не стой рядом. Дабл, забери свои ауру. Хуй знает. Я бы вообще предлагал перед протяжкой с 7 РТДшником и миликом стоять по фрейме боссом. Дабл, слышишь? Забери ауру свою третью. Ты кого просишь, что ли? Бабл вон, полипал вроде. У него нет никакой. Третья аура вообще не врублена. Вот я игнорирую, это же его аура пусть заберет. Так, Шреддер, аура воздаяния, хожу налево, лед, прото, лимон, темная у Мидвест. Хожу на. Бабл. Отдали мне простого ауру, пожалуйста. Хожу налево, снял. Хорошо. Мидвест почти. Саппорты тут не надо пить, да? Вижу саппорты, кроме танков и меня, нахуй. Иди саппорт. Надо допить. Дайте саппорт, пожалуйста, кто-нибудь. Добрые люди. Всегда с протянутой рукой. Будет передаваться. По аурам. Что, дали саппорт? Алиса. Да. Мамон, ты кого есть? Так, метки расставил, соответственно, на взлетной фазе. 5 меток, соответственно, 5 ников, которых произношу в 5 меток. Это квадрат, тус и крест, луна, ромбик. Соответственно, на второй фазе. Центральная, если говорю на центр, соответственно, убегаете в звезду. Если говорю налево, соответственно, в печеньку.
когда будем добивать, соответственно, оббегаете или влево, вправо от трейда. Здесь понятно. Дальше с освобожденкой. Максимум 3-4 стака. Дальше давайте 5. Соответственно, это до второй фазы. Соответственно, на второй фазе как можно меньше стак идти. Далее. С обморожением максимум 7 стаков. Это для милишников. Здесь понятно. Кто умеет, соответственно, сбрасывать, можете настакивать да, хую 1000 раз. Ну, это понятно. Чё тебе сапрот нужен? У меня нету. Лимон, поменяй. Поменять что? А, точно. Так. Чек на готовность. Тактику должны все знать, блядь, лечу уже до хуищу лет. Объяснять, блядь. Спасибо. Надо. Слишком. Я буду только на ледяном дыхании. Да? Так, рыба Ловить. Стоит, рыбу кушаем. Да, от притяжки не забываем отбегать. У меня нет сапрота. Шейк. Дайте Хуй шейку нахуй. Сапрот. Шам, дай ему, дай давай, поставим сапрот. Дикости, дай обмен, дикость, я тебе потом на этот... А, ну ему сейчас дадут. Так, это уточните еще раз, вот на второй фазе метку рандомную глыбу. А, вот сначала звезду или петельку, ровно звезду, потом в печи. Сначала первая, с каждой нечетной. Первую звезду, вторую. Ребят, нет. Слушайте команды рейд лидера, куда отбегать. Метки на второй фазе, на которую вам надо выносить глыбу, того один ник, который я произнесу, соответственно, это звезда или печенька. То есть, если надо выносить звезду, я говорю на центр. Если надо выносить печеньку, я говорю выносить налево. Надеюсь, понятно. Тут складывается все по ситуации. Тут нету, блядь, стабильного, ребят, стабильной тактики, что, блядь, в один тайминг все убивается. Все то же самое. Надеюсь, понятно. Это Сирус, не цирку, это Сирус, это не циркуль или тому подобное сервер. Чек на готовность. Рыбу почему не едим? Мак. Так, еще раз проверяю чек на готовность. Все готовы, спускаемся. Чет на пол. Спускаемся. Кушаем штруделя. Все кушают штруделя, кроме хилов. Хилы захиливают. На пуны и на Д. Можете чуть ближе подойти, чтобы у вас, блядь, от притяжки вы смогли отбежать. Если у вас, блядь, там какие-то нелепые, нахуй, двойные, блядь, притяживания. Кто отлетел у нас? Двое. Бабл и Драгма. Драгма далеко не стой, не успеешь убежать. Я не успею? Да, ты чё? А, ты чё, приходишь? А, у тебя скачанный, понял. Отбежали. Дал мастера. Воздушная фаза, лимон, подавёшь эти? Угу. Пять ников, готовимся. Турбой с места Дайбета, Тайный маг, Мангиал. Кто ещё, блядь? Четыре, что ли? Да. Походу пятое было на мне. Возможно, нет. Глыбы подбивайте. Мумбля, аккуратно, глыбы подбиваем. Справа близко, справа близко. Левую и дальнюю подбиваем, алё. Слева. По правых немного, стоп. Мумбля, уже второй раз. Слева. Добивайте. Убили глыбы.
тяжко. Отбежали. Быстренько отбежали все. Отлично. Взлетка 5 секунд, обновляйте дот. Воздушная фаза. 5 ников, Анкил, Анзай, Шарпи, Мангиал, Неверслип. Вышли. А че на меня щит встал? Слева далеко. Подбиваем глыбы. По центру. По центру чуть левее. Убиваем глыбы справа. Разбили. Разбили глыбы. С глыбами у нас что плохо. Потому что 5 будет, не 4. 60% все хуёво. Ничего, нормально. После дыхания притяжка. Кстати, синдра не кливит. Притяжка. Она очень хорошо дышит. Бежали. Мумбля, аккуратней. Обновляйте доты воздушной фазы 5 секунд. Это третья или четвертая? Третья. Отлично. 5 метров. Царь обезьян, Вадзай, Мастерал, Дарагма, Войд. Вышли. Делимся местом, если что. Где еще одна метка? Отлично. По центру чуть правее. Ой, чуть левее. Дикость аккуратнее. Слева, далеко. Подбиваем глыбы. По центру. Сейчас буду ловить последнее дыхание. На второй словишь. Слева, близко. Айномаг, отойди. Блять. Ну вы реально, что ли, издеваетесь? Или чё, блять? Бейте, бейте. Кого там боялись? Ну, блин, Войда. Войда. Пробав Оливара, оперативней. Да блять, бафов с тобой уж нет. Готовимся, скоро проехал. Освобожденка на трех хилах. Вторая фаза, отлично. Или лишники, готовимся по глыбам. РДД чисто в босса. Шарпи налево. Играем по глыбе. Дыгдымыч на сайт. Забери, 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 забери. Куда ты уж пошла на меня метка? Отошли с центра. Мурбеттер на хп, Мурбеттер на хп. Разбили глыбы. Все приключились в глыбы. Падаем. Падаем. Бля, ну вот так вот. Бля, зря сдал этот, да, конечно. Диван, наверное. Вы зря дали диван, потому что у меня, короче, из-за аддона масс-рес не работает. Не из-за аддона, а панель. На панель, вытащи его. Я его не могу.
Надо релог. Ну, похеру. Там два.